Всем здорово, друзья! Сегодня у нас экспедиция в Гуанахуато. Посмотрим, что за гонка в этот раз нас ожидает. Так, опять сейчас звук настроим. А то опять музыка слишком громкая. Так, громкость шин чуть-чуть еще полбаем. Я думаю, вот так будет нормально. Так, ну все, друзья, поехали. Посмотрим, что нас ожидает в этой гонке. Прошлое... Блять. Сука, со своим велосипедом. Последняя гонка была очень долгая. Почти 30 минут ехали. Я думаю, это будет не настолько... Не настолько длинная трасса. Так, 8 километров. Я думаю, может, сократим. Мы же все-таки на Субару едем. О. Ебатюшки. Я тут трамплин такой хороший увидел. По дороге буквально на 2 секундочки заедем, прыгнем и поедем дальше. Ну и на Субару не получится далеко прыгнуть. Я ее прокачивал только на управляемость и на бездорожье. Ну, посмотрим сейчас, какой будет прыжок. И... Плохо. 210 метров. Так. Так, 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 так. В какую сторону нам ехать? Где? Ладно, поехали по дороге. 6 километров осталось. Я думаю, можно выбрать что-нибудь побыстрее. Так, что же выбрать? Машин у меня еще не так уж много. Так, я думаю, возьму ту, на которой я еще не ездил. Вот эту игру я выиграл... Ой, вот эту машину я выиграл в Вилспине. Все хотел ее посмотреть, но что-то так и не попробовал. Сейчас посмотрим, что за машина. Фу, никогда я не думал, что из Ниссана 370Z можно сделать внедорожник. Ебать, блин. Заебись вообще смотрится. Так, ладно, поедем на нашу Гуанахуато. Блять, кто такое название придумал? Гуанахуато. А у этой машины все, больше 3 скоростей нету, что ли? Ебать, еще и день. Еще и камень. Да ну что-то мне он не понравился, этот Nissan. У него все 3 скорости, блин. Выберем кому-нибудь другую машину. Кто-нибудь побыстрее, пошустрее. Так, что у нас есть? Что у нас есть такое быстрое? Поехали, наверное. Поехали на Гран Туризмо. Так. 4 километра, блин, до начала. Четыре километра и начнем проходить гонку Гуанахуато. Название, конечно. Гуанахуато. Блять.
я ненавижу эти деревья. Друзья, кстати, подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки. Помогите, пожалуйста, раскрутить канал. Я пока только начал, поэтому не знаю даже, что сказать. Стесняюсь. Но думаю, я скоро времени привыкну, и все будет хорошо. Кстати, в данный момент я играю в рабочее время на работе. Так, ну вот мы и подъехали. Уличная гонка, экспедиция Гуанахуато. Играем заезд, одиночная игра. Кстати, следующую запись я сделаю гонку Голиафа в онлайн режиме. Я думаю, это будет очень интересный заезд, так что подписывайтесь и не пропустите эту гонку. Рами, отличная тачка. Я хочу посетить свой старый Сан-Падре. А то, может быть, каким-нибудь удобным, что побеждает по радио на улицах родного города. Теперь он пройдет к базилике, кто-то выиграл. Таинственный Эль Хафе. Так, так, мы едем на Супре. Блять, спойлер поставили больше, чем машина. Так, сокращать тут нельзя, хоть это его личная гонка. А, так когда мы только едем в Гуанахуато. Интересно, что будет там. Who knows if he'll make an appearance at Horizon? And does this feared street racer have a name? Oh, many names. They call him El Jefe, El Perón, El Guapo, El Jefe, El Perón, El Guapo. Ебать, а нахуя ему столько имен? Ну что, себе одно имя не мог выбрать, что ли? Coming up on Guanajuato! Мы выезжаем в Гуанахуато. Вот ненавижу играть, когда в игре ночь. Очень сильно темно и, блин, начинаешь теряться. Куда повернуть? Опа. Так, 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 так. Надеюсь, у меня не было. Не любитель я проходить заново заезды. Да ну нахуй. Сука. Блин, благо в этой игре есть перемотка и можно всегда перемотать. А не начинать заезд заново. Если бы я сейчас нельзя было перемотать, все, пришлось бы заново заезд проходить. Вы думаете, что мы бы его после такого удара не дали? Ребята, он, по-моему, тоже въехал в ту же самую стену, куда я ехал. Нам повезло. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Бочком-бочком, дрифт-дрифт. РДС. Ебать мне. Так-так-так, аккуратно, он нас быстро догоняет. Да ёп! Блин, я тут немножко перемотаю, потому что... Но он реально нас догонит, и я не хочу вам подходить этот раз. You're on the final stretch. The basilica is just around the corner. Просто у меня на хвосте сидит. Oh, he can, my friend. Now get across the finish line. О, финиш, да? Нет? О, финишная прямая. Есть. Приехали. И это вся гонка Гуанахуато. Я думал, что-то посерьезнее будет. А, нет, вот начинается.
Так, мы на чем едем? А, нет, мы едем также, по-моему, на Супре. Гонщики приезжают сюда, чтобы получить благословение. Знаешь, я могу связаться с боссом, он мужик суровый, но если ты докажешь, что годишься для духа улиц, тогда... Тогда может... Что может? Чувак, я же не знаю, что это ты. Ха-ха-ха, ну что, значит, ты в деле. Поехали познакомим тебя с своими друзьями. Поехали. Покиньте Гуанахуато. Well, now my darkest secret is out, my friend. I have something else to show you. Follow me. Where are we going now? Out of the city, to our racers meetup. Does your family know? Я думал, что будет гонка типа Голиафа. Are you kidding? My father would be furious, and my uncle Carlos would challenge me to a race before every family meal. А тут просто получается сначала гонка, один на один. You're going to have to show these racers how it's done. Блять. Вот ненавижу, когда такая хуйня происходит. Дубль 3. Камера-мотор. Эпизод 3. Поехали, блядь. Чувак, я не люблю вторым ехать. Да, блядь. Чё ж так много поворотов-то, а? И что люди хотят? Someone willing to bend the rules. Я тебя еще сделаю, блядь. О, прыжок, сейчас будет трамплин. Все как форсажи. Нам не получилось. And we have company. И я его даже не обогнал. Meet my compadres. When we started this meetup, we were just a few kids прилетели. Racing around in old watches. Since then, the racers, the engines, the party have all grown a little bit. Ага, я первый. Sorry about all the mystery, by the way. It was nice to visit home as myself. Сука. For a change. Рами, it was fun. Мудак. Ну ладно, вторым проехал. Сука, все, рассекачивай. Добро пожаловать на дух улиц Horizon. Все, это как конец получается. Это быстрое событие, экспедиция в Гуанахуато. О, ни хрена, нам дали Nissan Skyline GTR 93 года в подарок. Офигенно. Надо его, блин, настроить под дрифт. Welcome to Horizon Street Scene. Добро пожаловать на гонки двух улиц Horizon. Все законно, и мы ждем только тебя. Ну, попробуешь? Ну, посмотрим. I've set up street races all across Mexico. There's a lot of people who want to take you on. Так. No pressure. Ну все понятно. Так, ну все, друзья, всем спасибо за просмотр. Races are swarming into Было the весело. Street scene. Надеюсь, Even вам понравилось. Underground anymore. Whatever you do, don't Следующее tell them. Видео, It's как я обещал, будет Голиаф. Гонка Голиафа онлайн. Посмотрим, думаю, будет очень интересно. Если не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки. Кстати, друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, крепкого здоровья, побольше годных игр, крутого железа, ну и всего самого наилучшего. Спасибо, всем пока.